Йо, чё как, бро? У меня есть к тебе деловое предложение. Начну сначала. В общем, на следующей неделе у меня отпуск, и я укатываю из города. Отснятых материалов на следующую неделю нет, поэтому есть два варианта. Первый вариант. У меня есть пара старых роликов из GTA 5 с нашими рофлами в мультиплеере. Но там куча матов, поэтому либо придется их чистить, либо вам придется искать наушники. На мате там разговаривают, поэтому лучше искать наушники, иначе чистка все испортит. Второй вариант. Не выкладывать видео. Звучит грустно, понимаю. В общем, пишите в комментарии ваше мнение, стоит ли выкладывать пару старых роликов или стоит просто забить и перетерпеть недельку. А если тебе интересно, чем я буду заниматься в отпуске, то тогда добро пожаловать в мой инстаграм, ссылочка на него будет в описании. Ну а сегодня я вам подогнал свежака с тестов. Сейчас мы работаем над мультиплеером в сюжетной кампании и ловим просто тонны багов. И подборочку самых забавных я решил собрать в одном видео. А теперь у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал, бро. 3, 2, 1. От души душевно в душу за подписку, бро. А теперь погнали. Здравствуйте. Ой-ой-ой, что происходит? Да типа, что происходит? Каждый глаза открывает или что? Подожди, что происходит? У меня эпилепсия началась. Ты что за херня? Ты с автоматом, что ли? Рубанул. Хера ты пролил? Что за спидран? У тебя револьвер в воздухе висит, рядом еще один. Ну-ка, выстрели. Он с двух этих стреляет. В анимации косяк. О, я играю. Я сейчас стреляю с калаша, а у меня проигрывается звук выстрела с калаша и параллельно еще звук выстрела пистолета. О, я за коллайдером? Ребят? Серьезно? О-о-о. Что началось? Я перезапустил. А почему вы здесь остались стоять? Почему у нас два священника? А почему у нас два? У меня два Данилы и два Сани. Погоди, ты что, мне урон наносишь? Что происходит, блядь? Это что, типа из Шрека, кто ли? Somebody. Скелеты кайфово скачут. Че вообще? Тут пацаны флексят вообще. Это только у меня так или у вас так же? А ты урон наносишь одним или двумя? О, у меня, двумя! Кстати, уже... У меня УЗИ теперь подняли. Подожди, давай проверим на зомби. Засури, я бью двумя оружиями сразу. И топором, и дробовиком. Я все понял, что у вас двое. У вас двое, Сань. Сань, тебя двое, короче. Блять, а почему так-то? Че происходит? Короче, теперь я вижу. Два дробовика. А один топор. Причем вода, он летает в воздухе, я могу им управлять. Подожди, я машина для убийств настоящая, я сейчас буду всех уничтожать. Нет, он, это имба, это все, это бан. У меня топор и пистолет. И они оба дамажат. Капец, они как эти падают. Как мешки. Не знаю, они тебя кусают. Да? Не, я тут далеко стою. Это моя копия. Это не настоящий я. Это как у Шака. Лайфхак, типа ставишь свою копию, они на нее агрятся. Тут Саша стоит, что-то это пилит топором. Да, я уже у конца миссии. А, да? Да ты вначале тут стоишь, топором, короче, бьешь. Я стою просто в конце уровня, собери всю команду, блять, и как я их соберу-то теперь? А, да? Так у меня на следующий уровень загрузилось. А, да, то есть мы еще и между уровней уже в рассинхрон ушли. Там еще вон есть. О, там пуха лежит. Где? За вот этим домом серым. Забрал. Я за коллайдер улетел. Я не могу выбраться. Там анимация не проигралась. Тут трупы сквозь мост сыпятся. А, ну-ка переключитесь на деда, переключитесь, сколько хп будет? 56. Ой, ёб, где я? Нормально, синхронизировал. Саша отлетел. Переключитесь на того. Я лечу. Так, проигрывается анимация? Ну, у меня просто нет. У меня сразу нет, просто стал, у меня так же. Ну, меня отсюда не видно.
16 это уже где подох, зэк. Угу. Вот это спойлеры, а? Спасибо. О, давай посмотрим. О, у меня в катсцене этот автомат. О, ништяк, вы. На если вы катсцену смотрите, я до сих пор. Сашу, например, сейчас убивает этот челик. О. О, так я полагаю, этот уровень еще не делали. Потому что я сейчас по полу ползаю. О, а кого? Откуда кровь? Это кто вообще, блядь? Кто тут обкровавился? А, он не отображается? Да. А, он меня бьет. Он что-то бьет, да, вы не видите. Да. Это новый вид зомбарей, блядь. А, спасибо. Ну, вот как-то так. На данный момент мы уже пофиксили большую часть найденных багов и продолжаем работу над уровнями в мультиплеере дальше. Как только появится свежий контент, обязательно выпущу ролик по Зику. И чтобы не пропустить его, подпишись на канал и дерни за колокол, бро. Спасибо тебе за просмотр. Пока!